Так, друзья, я посетил в Валенсии очень интересное место. И вот сейчас покажу вам это место и познакомлю с людьми, которые чем-то занимаются интересным. Вот видите, какие картины рисуют, тут люди тут сидят, рисуют, творят что-то. Ну и сейчас пойдем к хозяйке. Сейчас у нее спросим. Валентина, расскажи людям, чем ты тут занимаешься и кого ты тут представляешь. Так, я владелица, ну, это громко сказано, открыла ассоциация «Сказка», поскольку у нас много лет был магазин «Сказка». Теперь мы здесь, очень много у нас здесь активностей. Мы не только рисуем, обратите на наши картины, мы участвуем в выставках международных. Сейчас у нас будет выставка международная, онлайн мы будем участвовать. У нас здесь испанский язык, у нас очень много групп изучения по испанскому языку. Очень много внимания уделяем детишек. У нас сегодня что было, Иночка? У нас было ручки-почемучки, которые... Русский язык у нас для детишек. Ручки-почемучки. Таня занимается посредине, когда-то музыка, потому что дети не могут выдержать много времени, поэтому мы их меняем, значит, вот сделали какие-то поделки, потом у них музыка, потом у них рисование. Вот так? Ну что, выходного дня. Ну, для детей. Для детей, да. Ну, это как, вы в конце недели это делаете? Суббота и воскресенье. Суббота и воскресенье. Да. А мы все дни здесь занимаемся. Короче говоря, кто заинтересуется, я в описании к ролику поставлю ваши все данные с вашего разрешения. Конечно, конечно. Ну, мы рады всем. Мы все. Открыты, мы рады всем. Договорились. Так что смотрите ролик. Я вас покажу. Все, спасибо.